Добрый день! Сегодня будем пробовать шикарный узор для юбки. Раппорт узора равен 26 воздушных петель. Мы набираем 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. Вот это у нас раппорт узора. 26 петель плюс 3 петли. Держим петельку плюс 3 петли подъема. Возвращаемся в ту петельку, которую держали. Вывязываем 2 столбика с накидом в одну точку. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Еще раз повторяем такое же действие. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Набираем 13 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Входим в шестую и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот такая красота у нас получается. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петли внизу, входим в четвертую и провязываем 3 столбика с накидом. Вот такая красота у нас. Это раппорт узора. Теперь 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Здесь у нас получается мы вывязываем 2 столбика с накидом в первую арочку. У нас получается такая елочка. Дальше мы заходим в арочку между двумя, сейчас покажу, между двумя группами мы заходим и опять провязываем 3 столбика с накидом. Заходим в следующую арочку, провязываем вот сюда 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь нам надо набрать 6 петель воздушных. 3, 4, 5, 6. Соединиться вот здесь соединительным столбиком и набрать еще 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим вот сюда между элементами предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом. Заходим в следующую арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Заходим вот сюда в последний, вот здесь, и провязываем 2 столбика с накидом. Набираем 3 воздушные петли, поворачиваем работу. Заходим в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. Заходим в другую арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Два, три. Теперь мы набираем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Вот сюда мы цепляемся. Вот у нас тут был столбик соединительный. Теперь мы вот в 6-ю петлю входим и провязываем столбик без накида. Мы провязываем еще один столбик без накида и еще один. О, как интересно, мы провязываем 3 столбика без накида. Мы вывязываем серединочку ромашки цветка. 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Заходим в следующую арочку, провязываем 3 столбика с накидом. И в последнюю мы провязываем 2 столбика с накидом. Вот сюда. 3 воздушные петли, переворачиваем работу. 1, 2, 3. Провязываем 1 столбик с накидом. Заходим вот сюда мы заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Заходим в следующую, провязываем 3 столбика с накидом. Два, три. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 5. 1 столбик с накидом прямо в цепочку. Петля в петлю. 3 столбика без накида. 3, 4. И сюда вот, где у нас были воздушные петли, мы провязываем еще. Вот так вот у нас получается. Подправим тут, чтобы цветок цветочком был. Прямо цветок цветком. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в край, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, переворачиваем работу. Заходим в край, провязываем 1, 2, 5, значит 5, 3 столбика с накидом, 2 тут, простите, набираем 6 воздушных петель, 4, 5, 6, вывязываем 7 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом, в конце мы провязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, поворачиваем работу, вывязываем в арочку 3 столбика с накидом, шесть воздушных петель, 4, 5, 6, вывязываем последние 9 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, вывязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, поворачиваем работу, вывязываем 3 столбика с накидом, 2, 3, идем на убавление, 6 воздушных петель, 4, 5, 6, теперь мы вяжем 7, одну пропускаем, заходим сюда, 7 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 воздушных петель, 4, 5, 6, вяжем перед, вот тут вот прям в арочку, 3 столбика с накидом, 1, 2, в одну точку, 3, заходим в край, вывязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, переворачиваем работу, заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом, заходим в арочку вот сюда, петлю провязываем из одной точки 3 столбика с накидом, 2, 3, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в середине нам надо провязать не 7, а 5. Это значит как? Первую не провязываем, со второй начинаем, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, 3, 4, 5, 6. Заходим вот сюда в первую петлю. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в край мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Поворачиваем работу, заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Заходим в первую вот сюда петлю, провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Раз, два, 3, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам тут надо провязать не 5, а сколько? 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в первую петлю. Вот здесь вот провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Заходим в арочку. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в край, вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, поворот. 1, 2, 3. Поворачиваем работу. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Ну, тут уже вообще все понятно. 3. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в первую последнюю петлю, вот сюда вот, кому как, кто как видит. Первую петлю вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Вывязываем. Здесь у нас получается 1 столбик без накида. 6 воздушных петель. 3, 4, 5. 6. Заходим в последнюю петлю, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 3. Заходим в край, вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Вывязываем в арочку 3 столбика с накидом. 3. Заходим. Еще в одну арочку мы заходим. Да. Вот так вот. 2, 3. Заходим в первую петлю. Вот сюда. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязываем 3 воздушные петли. 3 и не 6. Заходим в первую петлю и вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в другую арочку, провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Заходим в конце, провязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, поворот. Вот новый поворот. Мы можем все, да? Мы все можем. Съехала моя скатерть. Простите. Разговорилась. Господи. Вот. Теперь это и есть наш узор. Очень легкий, очень быстрый. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, ВКонтакте. Схема будет ВКонтакте. Пока-пока.